Я наношу сейчас гель на глазки. Легкое-легкое пощипывание будет. Затем я нанесу нейтрализатор. И вот там будет неприятное ощущение, которое нужно будет потерпеть. Вот там будет вот такое чувство тепла выделяться очень-очень недолго. Закрываем. Уже пощипываешь. Ну то что это уже гель с кислотами. Держите салфеточку, займитесь делом. Сейчас наношу нейтрализатор. Будет прям ярко выражено такое ощущение. Хорошо? Готовы? Ну да, наверное. Не открываем глазки. Поехали. Считаем вслух до 15. Давайте. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Легче? Да нет, терпимо, терпимо. Лучше запугать. Ну, я думаю, да, у каждого свой порог. Свой порог чувствительности, конечно, и своя как бы вот. Ну, потом, да, действительно, предупредили, и я прям... И вы были готовы, вы напряглись, да, вы были, да, готовы, все. Вы увидели это изменение цвета? Сразу желтый, грязно-желтый, вот здесь еще идет нейтрализация, желтая. Готовы второй? Да. Считаем вслух. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. На какой цифре счета легче становится? Ну, наверное, после восьми, восемь, десять. Но уже как бы свыкаешься, уже адаптируешься. Но ваш, вы знаете, вот первый раз всегда это обязательно нужно так вот все дословно объяснить первый раз. Потом тоже ощущения это будут известны и... Не открываем глазки. Биоревитализацию вы делали? Ну, нет. Какой сегодня какой? Да. День-то. Посвящение в эстетическую медицину фактически. Да? Ну, да.